И 5 мая на проводы в Одессе изменится движение нескольких маршрутов. В частности, ограничения будут действовать у Таировского и 2 Христианского кладбищ в период с 7 утра до 7 вечера воскресенья. Вот схемы, которые предоставила полиция. Подробно их комментировать я не буду. Скажу лишь, что Таировское кладбище маршрутки будут объезжать, а участок дороги в направлении Черноморска напротив входа на кладбище станет частично пешеходным. Вокруг кладбища будут работать регулировщики, они будут перенаправлять транспортные потоки. То же касается и всех остальных кладбищ в Одессе и ее окрестностях 2 Христианского, Западного и Северного. Так что, подъезжая к ним на своем личном транспорте или же пользуясь общественным, учитывайте, что вплотную к местам погребения подъехать вряд ли удастся.